Всем привет, на связи Cold Geo. Сегодня у нас на обзоре проект под названием Golden Cage. Это NFT Fighting. Давайте посмотрим перспективы этого проекта, как он может развиваться, можно ли на нем заработать и так далее. А перед началом ролика рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Если вы находитесь в сфере NFT, то вам будет очень полезно узнавать всю информацию именно отсюда, потому что здесь она самая новая, самая лучшая и самая быстрая. Также здесь вы можете синхронизировать свой Google календарь со всякими дропами, и он автоматически будет вам сам напоминать о старте того или иного дропа. Ссылка на данный телеграм-канал будет в описании к данному ролику. Что ж, давайте приступим и перейдем к обзору. Давайте, наверное, разберемся в концепции. Концепция здесь достаточно простая. Это NFT файтинг, да, то есть вам нужно собирать NFT карточки тех или иных персонажей, NFT карточки тех или иных ударов, какие-то дополнительные там карточки, которые будут улучшать вашего персонажа, и вы сможете драться, получая какие-то награды. Об этом позже, о наградах, да. Давайте перейдем к самому главному. То, что я смотрю всегда и везде, это сайт. Я считаю, что сайт — это самое важное, это лицо проекта. И здесь сайт выполнен достаточно качественно, очень круто, очень красиво. Посмотрите вот эти вот все переходы, да, вот, допустим, раздел музыка, здесь можно почитать, или вот в разделе персонажи здесь можно повыбирать персонажей, тоже почитать какую-то информацию. В общем, сайт здесь выполнен на очень хорошем, крутом уровне. И еще, что мне больше всего нравится, то, что здесь есть русский язык. Я очень часто ругаю многих разработчиков за то, что они не добавляют русский язык, но тут с этим проблем нет, и по сайту у меня вообще нет никаких нареканий, все сделано достаточно круто и качественно. С сайтом мы разобрались, теперь давайте разберемся с самой идеей. Значит, что такое Golden Cage? Golden Cage — это коллекционно-карточная игра жанра файтинг на блокчейне VAX, да, это я уже говорил много раз. Тут нам рассказывают, что нас ждет. Если вот вообще говорить о таком жанре, как файтинг, то достаточно мало конкуренции в этом жанре, и в принципе у ребят есть все шансы на то, чтобы получить такое первенство, да, стать одним из лидеров рынка в этом жанре, потому что файтинг все-таки в сфере NFT развит не так сильно, как те же RPG или какие-то там собиралки или что-то либо еще. Давайте разберемся с основами игры. Значит, каждый день мы сможем участвовать в боях и за победы будем получать токен данного проекта. Да, здесь будет токен проекта, поэтому те, кто фанатеет от токенов каких-то игр, вы можете сюда залетать или присмотреться к этому проекту, потому что, как утверждают разработчики, токен здесь будет. Также нам говорят, что за поражение мы тоже сможем получать токен, но меньше. Дальше здесь у нас нам рассказывают о том, что здесь, ну, в общем, это своего рода баланс, чтобы нон-стопом нельзя было участвовать в боях, да, это что-то типа вот как поломка в Metal War Game, где нужно чинить своего там кого-то там, муравья или слона или кого-нибудь еще. Тут нужно будет запас продуктов, чтобы восполнять силы. Дальше нам тут рассказывают про то, что на тренировке нужно будет посылать и так далее. Но вот самое интересное. Для начала игры вам понадобятся следующие карты. Персонаж, город, боевой стиль, 6 ударов и запас продуктов. Все это вы сможете получить, посмотреть, да, где это можно получить на страничке паки. Я сейчас не буду туда лезть. Все-таки это просто обзор, а не гайд по этому проекту. Поэтому, если вам будет это интересно, обязательно зайдите и посмотрите. Далее я хотел бы остановиться на режимах игры. Я не буду рассказывать здесь про все, тут, я думаю, все будет понятно. Меня интересует именно PvP, и я узнал у разработчиков, они сказали, что PvP здесь будет активно. То есть, когда вы будете сражаться против другого игрока, или вообще будете сражаться против там того же искусственного интеллекта, то бой будет активный. Не будет такого, что вот у вас два персонажа, и они сами дерутся, там сами что-то делают. Нет, у вас будут определенные удары, у определенных ударов будут определенные кулдауны, какой-то удар будет бить быстрее, какой-то медленнее, какой-то наносит больше урона, но там кулдаун больше. В общем, здесь нужна будет стратегия, здесь нужна будет маневренность, и это интересно, это действительно выглядит как файтинг, да, а не какой-то там, не знаю, Raid Shadow Legends, да, это немножко не то. Это очень здорово, что именно в сфере NFT есть вот такие вот файтинги, да, которые нужно играть, действительно активно играть. Я думаю, у вас уже сложилось какое-то представление о данном проекте. Теперь я хотел бы сказать про турниры. Турниры здесь будут, да, это будет своего рода UFC на ВАКСе, да, в сфере NFT. Как-то так это все выглядит. Тут пишут нам разработчики, что раз в неделю будет турнир с призовым фондом в $70, и раз в месяц призовой фонд $250. Я не знаю, будет ли это расти, или это будет всегда стандартно. В общем, здесь будет активность для вас.
вас, у вас будет соревновательный момент, не просто вы будете меситься друг с другом, а будут какие-то призы, за которые стоит побороться. Также ребята, которые пилят этот проект, заморочились по поводу музыки. Если вкратце, если у вас есть какой-то трек или вы пишете музыку, вы можете написать этим ребятам, которые делают этот проект, и ваша музыка, ваш трек может появиться в этой игре, и люди смогут его выбирать для своих персонажей, для своих бойцов. Мне кажется, это крутая идея, такая классная коллаборация получается, очень здорово придумана. Давайте подводить какие-то итоги. Как мне кажется, проект сделан достаточно качественно, достаточно красиво. Здесь над многим чем заморочились. Тоже вот видеоролик здесь есть очень крутой. Я не буду его здесь показывать, потому что, ну, это просто заберет ваше время. Я думаю, если вам будет интересно, вы сами посмотрите. Я посмотрел, мне действительно понравился и стиль, и оформление. Проект выглядит очень красиво. И вопрос, можно ли здесь будет заработать, это будет напрямую зависеть от интереса к данному проекту. Но интерес к данному проекту могут развить только сами разработчики, да? Вы можете зайти сюда, заинтересоваться проектом, но если здесь не будет достаточно количества людей, то заработать здесь вряд ли получится. Поэтому все, повторюсь еще раз, в руках разработчиков, да. По дорожной карте у нас запуск самой игры в сентябре, поэтому у ребят есть еще время нагнать людей в свои соцсети, сделать еще какую-то рекламу, показать, что проект действительно может быть интересным, и что на нем можно будет зарабатывать, и что здесь будет интересный геймплей. Поэтому просто будем следить, и время все покажет. Пишите свое мнение, что вы думаете по поводу данного проекта. Мне будет интересно почитать. С вами был CodeGeo, всем удачи, всем пока. We'll be right back.